Приветствую вас, друзья! Хорошая новость. Катранган открывает второй мини-магазинчик на левом берегу Киева, который будет называться Катранган Аутлет. В последнее время добраться с правого берега на левый и наоборот стало сложнее, чем справа в Житомир, а слева в Чернигов. Поэтому мы хотим быть ближе к нашим покупателям, к нашим клиентам и обеспечить им не только качественные товары, проверенные временем от разных брендов, но и удобство при покупке и комфорт, чтобы вы тратили время на охоту больше, а не на стояние в пробках на всех мостах Киева. Практика показывает, что последние года, которые мы присутствовали на выставках на МВЦ, весь левый берег приезжал за мелочухами. Это бегунки, клей, один нож, один грузик, один ремень. Поэтому мы для вас, дорогие наши гости с левого берега, которые посещаете наши сети магазинов, сделали для вас в этом уходящем сезоне лета такой сюрприз. Открыли на левом берегу специально для вас магазин, где вы всегда без пробок, без потери своего личного времени, а время сейчас дорогое, затаритесь под завязку вашей любимой мелочухой. То, чего здесь будет не хватать, вы всегда найдете в нашем основном магазине. Но мы будем стараться для того, чтобы это все, весь ассортимент был представлен у нас здесь, на левом берегу. Значит, формат этого магазина – это магазин у дома. То есть это по аналогии как сельпо, где огромный супермаркет с разными товарами. И фора – магазин, в который удобно спуститься со своего подъезда, зайти и купить самое первое необходимое. Поэтому тут не будет такого огромного ассортимента, как на нашем основном магазине в центре Киева. Друзья, я проведу краткую экскурсию по магазину, чтобы вы понимали, что здесь есть, а чего здесь нету. Итак, здесь есть у нас самые основные ружья, самые популярные. Это ружья Пеленгаз, ружье для начинающих Пеленгаз Эко, хит-продаж Пеленгаз Зелинка и хит-продаж Пеленгаз Варвар. Также есть производитель Зелинка, который продает, собственно говоря, Зелинки, одноименный бренд и одновременная система спуска ружья. У нас есть мастеровое ружье Юры Гориславца и бюджетное ружье Юры Гориславца для начинающих. Далее, есть не такой большой выбор, но достаточно масок, чтобы подобрать, если вы потеряли маску или хотите выбрать. Есть полнолицевые маски для снорклинга, для ваших детей и жен, чтобы когда вы охотились, они тоже развлекались под водой. Далее, рассмотрим кейсы для ваших ключей, которые вешаются на буйок, груза и, собственно говоря, сами буйки, которые маркируют вас и делают вам вашу нырялку безопасной. Все аксессуары — это наконечники, батарейки, катушки, заряжалки, поршня, флажки, именно вся мелочуха. А также тут у нас есть пятизубцы, трезубцы, метелки, атавенты для тренировки мышц мягкого неба и ротовой полости. Дальше. У нас здесь представлены карбоновые пластины. Это классика Deepmaster, классика C4. Представлены греческие ласты X-Diving Pro и инновационные высокотехнологичные лопасти от компании Гидра Латвия. Также у нас есть пластиковые ласты для начинающих, такие как Scorpena F1 или Scorpena X. Арбалеты как для начинающих Scorpena, так и для продвинутых подвохов, такие как Patos Sniper. Далее, линии, буйрепы, куканы, вечно теряющиеся у всех трубки и аксессуары к буям, это мотовило, сеточки для раков. Кстати, для раков у нас есть не только сеточки, а и специальные сумки, которые цепляются на грудь, очень удобные сумки для грузов и очень классные в последнее время. Их еще рынок не так схавал, но это очень перспективное направление. Это гермобаул с душем от X-Diving Pro. Я обзор отдельно делал, вы можете посмотреть. Ну и обычные гермобаулы. Идем дальше. Тут у нас примерочная комната для гидрокостюмов, сумки, и у нас здесь есть тоже аксессуары. Аксессуары к ружьям, разные поплавки для фонарей, компенсаторы плавучести, боты, компьютеры для дайвинга и подводной охоты. Тут не такой огромный выбор. Два самых популярных компьютера. Это BC Diver Hunter
простенькие часики и аналог Suunto D4i Scorpion Alpha с литионным аккумулятором и виброзвонком, что очень немаловажно. Виброзвонок — это очень классная вещь. Самые популярные ножи — это ножи Пеленгас, ножи BC Diver и ножи Скорпена как дополнительные. Представлен ассортимент нашей продукции, продукция нашего производства и производство Скорпена. Ну вот, например, перчатки нашего производства называются Кама Браун. Очень красивая продукция. Дальше. По гидрокостюмам. Тут представлен практически любой ассортимент, чтобы одеть, подобрать хороший гидрокостюм не только для начинающего, а и для подводного охотника, который давно в теме. В первую очередь, это гидрокостюмы нашего камуфляжа из неопрена Жака М1. Это гидрокостюмы с морским камуфляжом, троечки, для тех, кто охотится в морях или охотится летом. Это специальные куртки-накидки для тех, кто охотится зимой в лодке, которые одеваются поверх гидрокостюма. Для тех, кто едет на море отдыхать, вот такая лайкра, тянущаяся, камуфлированная, с упором для арбалета. Лайкра для пляжников или для ваших жен, детей. Гидрокостюмы детские для снорклинга от компании Скорпена. И для фридайверов синий гидрокостюм Катранган из неопрена Шейка. И продвинутый гидрокостюм Гидро Квин, супер анатомический крой, мягкий, но в то же время компрессионный неопрен. Он так и называется, неопрен гидроскин. Далее, представлен премиум сегмент гидрокостюмами Гидро. Вот такой оригинальный красный камуфляж, супер анатомический крой. Вы видите, какие кривые тут руки, всякие фишечки, обтюрация и тому подобное. Очень классные гидрокостюмы из оригинального неопрена Yamamoto 39 от сертификата Yamamoto Green, который делается из известняка. Точно такие же сертификаты, это Yamamoto, есть и на костюмах нашего производства. Вот Yamamoto от Катранган. Средний сегмент гидрокостюмов у нас представлен двумя типами гидрокостюмов от народного бренда Скорпена. Это гидрокостюм Скорпена А из неопрена Yamamoto. На ее замену скоро придет новый гидрокостюм Самурай. И экологически чистый гидрокостюм, который склеивается клеем на водной основе. Это Скорпена Эколайн. Это самый популярный костюм этого сезона. Вот у него значок Aqua Based Glue. Это оригинальная разработка компании Шейка, эко-френдли. То есть он не только из известняка делается неопрен экологически чистого, а и тряпка, ламинация прилегает к неопрену на клее на водной основе. Аксессуары такие, как майки, шорты, жилеты для грузов, разгрузки на спину, черные майки и опять же детские гидрокостюмы и взрослые для снорклинга, но уже вот полные гидрокостюмы, которые можно в принципе использовать как в бассейне, так можно использовать и для подводной охоты в жарких странах. То есть они будут защищать вас, у них есть упор для арбалета, но тем не менее это коротыш. Вот такой ассортимент этого нашего магазина. У нас еще есть гидрокостюмы Epsilon. Это для тех, кто хочет модные, красивые гидрокостюмы. Тоже делается из неопрена Yamamoto 39. Вот такой ассортимент. Голые гидрики представлены гидрокостюмами Катранган 5, 7, 10 мм. Неопрен Yamamoto 39. Но, а кто хочет из более компрессионного неопрена, у нас всегда есть индивидуальный пошив. Вы можете пошить из Асахи, Дайваба, Хейвы, с разного вида неопрена. Вот такой ассортимент. Это, конечно, не такой большой магазин, как на правом берегу, но и цель у него, как я сказал в начале, другая. Ждем вас, приходите, подкупайте грузики, подкупайте наконечники, трубки, куканы. Всегда вам рады. До свидания.